Однажды она признается, что сознательно отказалась иметь детей. И в своей книге «Дневник актрисы» честно расскажет о том, как избавилась в больнице от первой беременности, даже не обсудив этот шаг с тогдашним мужем Олегом Басилашвили. Когда все было кончено, женщина-хирург сказала: «Жалко, двое у тебя были, девочка и мальчик». Я очень боялась. Боялась двух вещей. Первое, что они очень помешают мне в моем деле. Второе, я поняла намного позже, и несмотря на мои сожаления, поняв вот этот грех, который я совершила, но я и поняла еще одно. Если бы я их родила, я их замучила бы любовью своей. Я бы сделала их жизнь адом.